Мы вам вынем. Ну, а вы нам... Мы за неимением не вынимаем. Затаиваем дыхание и вам внимаем. Мы сдаем, а мы всем видом выдаем. Мы в наем. Ну вот, а мы снимаем. Мы вымениваем и не унываем. Вам по венам или выменем, повыем. Выставляем вам, и мы вас выставляем. Мы выдаиваем вам, мы усвояем, мы повоем вам, а мы помоем вам, так и мы помоем вам, еще и с мылом. Мы вам руки, ноги умываем, ну а мы вам ими помываем. Мы занозы вам, а вы нам разговоры. Мы вам нездоровый блеск в глазах, ну а вам билет с концом счастливым. Мы бы больше нам на вашем месте, но быть мы на вашем месте знали б место. Мы невинным вам, вы неуемным нам и военным нам, и вам наивным. Мы стараемся и производим выем по насосу на нос вам, а вам на вынос, вы на вынос, ну а мы на ны вас. Справедливо и взаимно, плюс на минус. Такие сами станем вами и слиняем. Фольклорная практика на острове, где оставалась еще пара варваров. В совершенно уже свинском состоянии, стадия одичания сменилось озверением. Конкретно вымирают, поклоняются зебре и светофорам,
кричат «бар-бар», когда видят бар, шницель едят руками и часто моргают маленькими глазками. Под носом у руководителей практики несколько варваров вырвалось с острова вместе с белокурой третьекурсницей. С берега видно, как она стоит на корме парома с диктофоном в руках, а стайка вандалят травит ей анекдоты. Плеск воды заглушает звуки варварского наречия. Бесценный материал уплыл, цедит в усы профессор. Вот и я узнал, что мел бел, хотел тебе сказать, да куда-то дел тел. Дай мне позвонить, мил чел. Много дел пел, много дел, и навел сел и покатил. Ну, кати себе, пока цел вел. Обмелел, бел, побелел, мел. Сказал бы я тебе, как много тел чел. Да, тел сел, просто сел тел. Своди ее в сады, потом своди к воде, к реке, потом сведи с ума. Своди к врачу и сам сходи с ума.
и сам к врачу сходи. Зима, ходи пешком сперва туды, потом сюды, и откажись от сдобы. Сойди теперь за тех, кто без ума, стань между них своим. Затем совсем своим, потом зады, дворы, заводы, веди ее под мраморные своды. Воды, воды, потом ищи свободы, свищи ее потом. Вот такая история из того времени, когда я еще воровал, промышлял в пригородных районах, выставлял частные дома. Как-то раз забрался к какой-то семейной паре, они уже спали. Я шел через спальню, они там в огромной кровати, он, уставив лицо в потолок, она, разметавшись в ночнушке, и оба разговаривали во сне. Я на цыпочках встал у стены, он сказал: «Я не верю тебе, твои слова на два дня, потом они снова станут картонкой, ложью», и свистнул носом. Она помолчала, вздохнула. Нитяные вот здесь и вот здесь в нашей ложе сидят. Ничего. Он как будто ответил, и глухо. Она уже тоже пришла, а она засмеялась, серьезно смеялась, недолго, но часто, заливисто. «Не трогай», — голос дрогнул, — «не смей». Он прихрюкнул, и я уже собрался двинуться дальше, когда он отчетливо произнес: «Стекла, стекла вмерзли в лед, спрячь меня, спрячь, не могу, убиваешь». А она говорила в то же время: «Нет курка, нет у нас их. Обратитесь к коллекционерам». И на последнем слове она, казалось, совершенно изнемогла. Я вынес из этой истории горсть серебряных украшений и портсигаров. Я знал тогда, что за всеми картинами сейфы.
под всеми обоями зеркала. Вот так-то, мои дорогие, так-то вот, мои уважаемые господа. Давайте перенесем сеанс гипноза на вторник. Там свободно до обеда. Сможете? Все могут. Не вижу рук. Раз, два. Итак, переносим. Домашнее задание. Тренируем расфокусировку взгляда, месмеризируем неодушевленные предметы, инстинктивно впадаем в ярость. И не забываем безопасные падения на спину. В следующий раз захватите с собой что-то теплое и веревки, чтобы было что грызть. Боишься и ждешь, когда он наступит, тот день, когда ты окончательно поймешь, что мир держится не на слонах и китах, а на маленьких беспокойных хомячках. И ты узнаешь, что Вавилон располагается в Верманском парке, где девы лежат на картонных возвышениях, в пышных париках изображают львов, и разверстые бездны закроют двери, и у первого троллейбуса опустятся штанги, не держась руками, двинутся в обратный путь. Экономки с Матвеевского рынка и выйдут резервисты на детские площадки нетвердыми ногами по резиновой крошке, чтобы совсем отличить красные качели от зеленой горки, от желтой лошадки, и наполнятся вазы на фасаде оперы теплыми еще плодами юга. И прозреют бобры в своих хвостах,
расплющенную ногу Мариса Лепы. И воды в Даугаве станут бирюзовыми в назидание своим многочисленным притокам, и повернутся головы на французском посольстве посмотреть, как из оперной трубы валит черный дым, и альпинист сквозь тернии пробьется к вершине Вантов, и отъедет последнее такси от бара Чомски, и Бернар тогда наденет пальто и шляпу, а Лащ-Плеше станет прямой и без горок, и пустынник заблудится в базаре Берга, чемоданным колесиком стуча по плитке, и вмажут факелом этим мужланам девушки на входе в Splendid Palace, и съехавшие съемщики обманутым вкладчицам нашепчут на ухо много лишнего, как из темных каналов бьют фонтаны, как из теплых стран приезжают загорелыми, и симпатизанты сотрут с лица улыбки, приняв за вокзал очередной супермаркет, и переедет поездом ставшую реку, и вторым номером переедет еще раз, и взойдут звезды из рук свободы, и из хлябей хлынет грибной дождик, и мы ляжем с тобой на газон под гинко и попробуем лежать совсем неподвижно. Масло, стекло. Заказчик слезно упрашивал, но что сделаешь, когда все уже сделано? Финансирование срезали. В результате, однако, совпало. Нашли другую поверхность. Здравствуй, дрель. Аккуратно снят верхний слой высоких голосов. Осталось насекомое гуденье механизмов, перебирающих бесчисленностью лапок низкий гул. Ноги богини бега в прыжке, в стремительном полете,
увязли в рапиде вдруг по колено. Кто тянет тут носок, кто длит шаг, не скажешь. Кому-то ведь надо еще растягивать медленно мех. Вернутся насекомоядные голоса, зовут из Нокии. Кому вы звоните? По голосу слышно, что вы расстроены. Но кто вы? Это вы бросили трубку? Само нажалось. Нега торможения, вползающая в пустые завитки. При их абсолютной нечувствительности к внешним раздражителям, при попустительстве полных. Не мог ее узнать, и чтобы посмотреть, она ли это на самом деле, я подошел поближе. Другая сумочка, прическа, глаза другого цвета. А все же это была она. И я смешался. Не знал совсем, что делать. Но, пересилив робость, приблизился еще, взял за руку, погладил. Баллончик со слезоточивым газом, достав, она мне пшикнула в лицо. Весь в газированных, болезненных слезах, ослепший, всклипывая, извиваясь, я неожиданно вошел в нее и вышел с другой стороны, обернулся.
Нет, все-таки это была не она. Не подумай, что это бездомный. Просто он потерял ключи и четвертый месяц ночует на ступеньках мебельного магазина. Кажется, ему не очень удобно в такой скрюченной позе, а на самом деле он акробат, и так ему намного сподручней дремать. С чего ты взяла, что он умер? Подумаешь, не дышит. Чего еще ждать от продвинутых йогов, умеющих задерживать дыхание на многие годы? Ну, точнее, почти навсегда. Заранее. Это вечность с небольшими перерывами, настоящими трещинами в поддельном мраморе. И едва ли кто просил говорить о нешуточных прорехах
в этих пределах простор для сомнений есть. Стоит ли сейчас или после, или совсем потом, в позе мокрого дерева у подозрительно белой глухой стены инстинктивно озвучивать взгляд соскользнувший с еще не проявленных полироидных потолков, с самодельных разбухших зеркал. Не удержавшись,